Алисе Нечепуренко недавно исполнилось 15 лет. Она самая обычная девочка. Алиса очень хочет жить и думает об этом больше других детей. Я знаю, что в ее жизни много боли. 2 года назад Алиса заболела. Саркома Юинга – тяжелая болезнь. Простыми словами, это рак кости. Сейчас Алису ждут в турецкой клинике. Там ей обещают помочь. Это дорого. Нужно очень много денег. Никакой обычной семье это не под силу. Мы хотим, чтобы вы нас услышали. 6 июля в 6 часов вечера в летнем театре парка имени Глобы мы сыграем большой благотворительный концерт. И все деньги отдадим Алисе. Держись, Алиса, мы идем к тебе на помощь.